значит, поступило около 13 заявлений, жалоб в Центральную избирательную комиссию. Но можно ответить, что большинство, не большинство, а все разосланы по компетенции, то есть ни одного заявления, жалобы нет касаемо деятельности Центральной избирательной комиссии Гагаузии или которая входит в рассмотрение Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Да, действительно, значит, были заявления с представленными доказательствами, скажем так, фотографиями, аудиозаписью о том, что в различных случаях, на разных участках, где подкуп ведется, где, скажем так, агитационный материал вывешен и тому подобное. То есть, и мы перенаправили эти все заявления, перенаправим, значит, в компетентные органы, то есть органы правопорядка, которые, если данный факт подтвердится, скажем так, будут применять нормы уже Кодекса о правонарушениях.